Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Денечка, что надо сказать? Привет, привет! Вы на канале? И у нас сегодня новая развивающая игра от Воскобовича. Кораблик брызг-брызг. Видите? Развивающие игры от Воскобовича. У нас было нечто похожее. В этой игре мы можем потренировать счет, цвета. Мы будем считать количество мачт, количество флажков. Одевать и снимать. Давай мы с тобой с кораблика все флажки сейчас снимем, Денечка. Давай. Давай, я начну, а ты вместе со мной. Видишь, они на липучечках таких. Давай, отдирай флажок. Я подержу, а ты отдирай. Давай, давай, старайся. Давай, я тебе помогу. О! Отодрал. Заметьте, моторик тоже работает. Отрывай день, конечно. Так. Давай, давай, давай. Вот, молодец. Давай мы с тобой поснимаем. Друзья, эта игра на самом деле, она для очень большого разброса возрастов. От 3 до 7. Мы пока не будем в сложные игры играть, но там есть игры с запоминанием флажков, которых не хватает, с командами капитана. Для примера я вам зачту. Например, игра «Да нет». Кораблик давно в пути, лягушки-матросы в очередной раз снимают флажки, приводят их в порядок и готовятся вешать на мачты. Гусь-капитан командует в первую очередь флажки на мачту, лягушки-матросы в панике, капитан не назвал мачту, что случилось, капитан заболел, устал, перегрелся на солнце. Все очень просто. Гусь-капитан решил проверить матросов и мачту загадал. Лягушки задают вопросы, а капитан отвечает: «Эта мачта ниже высокой?» «Да». «На этой мачте 5 флажков?» «Нет». «Эта мачта стоит между 4 и 1?» «Да». То есть, друзья, вы понимаете, эта игра такая, для детишек повзрослее. Мы еще обязательно поиграем. Но у нас с Дениской будет игра немножко попроще. Вот, у нас вот есть 7 матч, да, День? От 1 до... Какой цифры? 7. И мы сейчас попробуем разложить, рассортировать флажки и будем клеить на мачты флажки по количеству по их. Денечка, только давай разбросанные флажки сначала соберем. Давай найдем флажок, который у нас в единственном экземпляре по цвету. Я тебе буду подсказывать. Смотри, у нас вот есть флаг. Какого он цвета? Красного. Он один. Его надо на самую короткую мачту. Правильно. Давай. Ну, не совсем ровно. Давай я поправлю. Так, у нас первая мачта готова. Следующий цвет у нас оранжевый. Смотри, оранжевый. У нас 2 оранжевых флажка. Давай, на какую мачту надо, значит, флажки оранжевые приклеить? 2. Давай приклеим. Ну, красный можешь снять. Давай лучше оставим его там, где он был. Хорошо, хорошо. Давай оранжевый на вторую мачту. Как нет? У нас с тобой где цифра 2? Где у нас цифра 2? Денечка. Так. И давай флажки оранжевые. Я первый, а ты второй. Так, один я повесил. А теперь ты давай. Ну? Нет, не сюда. У нас где мачта корабля? Вот. Друзья, у нас 2 оранжевых флажка. 1 красный. 3 желтых. Дениска. 3 желтых флажка. Что с ними? Правильно, на какую? На мачту под номером 3. Давай, цепляем. Давай, цепляй. Ты один флажок. Давай, повернем. Держу, помогаю тебе. Поворачивай. У нас, видишь, как повернуты флажки? Давай, папа тебе поможет. Давай, папа тебе чуть-чуть поможет. Теперь смотри, папа, второй флажок. Второй флажок, папа. На пятый сейчас сделаем. И давай третий туда же, на эту мачту. Нет, где у нас цифра 3? Крепи. Вот сюда крепи, у нас свободное место. Супер! Так, 3 флажка нашли. Теперь смотри, Денечка, у нас 4 флажка зеленого цвета. Где у нас 4 циферки? Покажи папе пальчик. Это мачта под номером 4. Давай зеленые флажки сюда крепить.
Давай. Вот сюда, на эту мачту. Так, один. Вот это будет два, правильно? И еще у нас, смотри, еще раз. Конечно, значит, зеленый над куда? Вот сюда, на цифры 4. Цифра 4. Ну вот, мы приклеили все флажки. А теперь твоя любимая цифра, Динечка. Твоя любимая какая цифра? Какая цифра? 5. И у нас голубых флажков как раз сколько? Смотри. 5, правильно. Давай вот на эту мачту голубые флажки поместим. Давай. Давай, я начну. Один голубой флажок. Давай, теперь ты крепи на мачту. Вот сюда крепи, выше. Ну, почти. Пять. Давай, два. Это три. Давай сюда же, на эту мачту. На эту же мачту, день. Нет, там уже все занято. Три. Теперь сколько? Теперь у нас 4 голубых флажка уже сейчас будет прикреплено. Сюда давай. Вот сюда. Отлично. Ага. И последний у нас. 5-й. Давай, куда его? Смотри, у нас... Нет, они же у нас в ряд идут. На какую мачту? Вот сюда. Правильно. Молодец. 5. Теперь у нас с тобой 6 синих флажков. Давай посчитаем. 1. Это фиолетовый. Их 7. Сюда крепи. Правильно. 1 фиолетовый, да? Давай, я подержу. На семь. Давай, второй. Теперь ты. Третий флажок крепи. Вот сюда крепи, на 7, если. Третий. Отлично. Сейчас мы поровнее сделаем, чтобы у нас все поместились. Давай, 4. 4 фиолетовых. Там один. Смотри, у нас еще с тобой 4 фиолетовых осталось. Денечка, и 5 синих. Давай докрепимся. Фиолетовые и синие. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давай вот сюда. Правильно. Это 4. Хорошо. Синие сюда. Куда еще синие? Правильно. Ну, ты старайся один за другим прям прикреплять, Дениска. Это мы сейчас поровнее. Так. Синий вот здесь должен быть, День. Ну да, да. Вот сюда крепи. Вот у нас, смотри. Нет, тут фиолетовые должны быть, Дениска. Фиолетовые вот сюда. Нет. Вот у тебя свободное местечко. Хорошо, давай я тебе помогу чуть-чуть. Да. Еще 2, смотри. Ага, и последний флажочек вот сюда закрепи. Денечка, так тебя не видно. Друзья, смотрите, мы все флажки повесили. Немножко неровных, правда? Вот, потренировали мелкую моторику, счет и цвета. 5, 6, 8. И теперь кораблик у нас 2, на флажках и готов к отплытию, да, Дениска? Как в стихотворении. Друзья, сегодня у нас была игра Воскобовича, кораблик брызг-брызг. Очень познавательная и развивающая игра, тем более она может подойти для детишек постарше. Дениска подрастет, мы попробуем эти игры, да, День? Ну а сегодня мы с вами ненадолго прощаемся. Мы будем придумывать для вас новые развивающие игры. С вами был канал Baby Go. Подписывайтесь, ставьте на пальцы вверх, пишите ваши комментарии. До новых встреч, друзья. Пока-пока. И поцелуй, конечно, друзья.